Ну что, дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Ахиллес Roblox, с вами Ахиллес, и добро пожаловать в новое обновление по Pet Simulator X. Я безумно этому рад, так что погнали! И сегодня у нас сразу две радостные новости. Во-первых, обновление. Во-вторых, я наконец-то снял свой гипс и могу двумя руками играть в игру. Ну это красота просто. Я очень в шоке. Также, дорогие друзья, я прикупил ховербордик, как вы можете видеть. Настроил OBS. Теперь качество видео должно быть еще лучше, когда я записываю. И надеюсь, не лагает. И также звук, надеюсь, на высоте. Ну что, давайте я вам расскажу, что это обновление в себя включает. Итак, новый адский остров, 10 новых питомцев, новое яйцо, геймпас автооткрытия, удачливый геймпас, новый ранг, тонны пофикшенных багов и дюпов и многое-многое другое, дорогие друзья. Во-первых, у меня уже 18% нового ранга. Я аж приофигел, что у меня так много. Во-вторых, появились новые пэты. Доминус Астра, вот такой, на 2 миллиона 750 тысяч. Нубик на 500 тысяч и на 125 тысяч сундук. Новые геймпасы. Ну, они на все время тут будут. Удача и АФК, автооткрытие. Вот теперь оно здесь вот работает. Также у нас появился был новый код, ссылка будет на него в описании. Ну и по магазину все. Дорогие друзья, помните стенку, которая стоила 25 миллиардов? Так вот, посмотрите. Она вообще теперь ничего не стоит, и ее нельзя никак купить. Так что те, кто ее купил, тем, считайте, повезло. Что будет, я не знаю. Вот новый остров. Я открыл, он стоил 135 миллионов. Это не много и не мало. Но для меня, по крайней мере, это было нормально. Вот такой вот остров, на котором в рандомном месте спавнится адский сундук. И знаете, все равно многие люди, мне кажется, будут стоять, а покажет на том старом сундуке, потому что в разных местах этот сундук неудобно искать. Тут вот такие сундучки на 900 миллионов, но с моими радужными агониями это легко. Конечно, у меня Shadow Griffin один, но ладно. Так, эти на 180 миллионов, ну и большие сундучки на сколько? На 2 миллиарда 250 миллионов. Вот и сейчас этого сундука, к сожалению, я не вижу. Давайте мы его немножечко подождем. Ну и пока мы его ждем, я хочу сказать, жалко, что разработчик разделил одну обнову на две. То есть должно выходить было райское яйцо и адское яйцо. Вообще адская локация по снэкпикам должна была быть последней. Но как-то вышло так, что вот эта вот адская локация — это предпоследняя локация, а последняя локация будет походу райской. Знаете, друзья, я около 5 минут жду этот гигантский сундук, но я его так и не дождался. Я не знаю, тут походу как-то по-другому он падает, то ли от количества того, сколько ты сломал, допустим, этих коробок, то ли от чего, я не знаю. Давайте я вам покажу скриншотик. Вот он. И вот как выглядит этот прекраснейший сундук. Но мы идем дальше рассматривать наше обновление, то есть мы идем к новому яйцу. И вот, дорогие друзья, вот наше новое яйцо, адское яйцо, которое стоит 11 миллионов и 99 миллионов. Ну и что я хочу вам сказать. Сразу я же буду открывать вот это яйцо. Вот такая у нас классная легендарка есть здесь. Вот такие классные у нас питомцы. У меня 5 миллиардов. Я сейчас все это вместе с вами потрачу под ультраудачей. И посмотрим, что мне выпадет. Ну, конечно, мне быстрее инвентарь забьется. Но да ладно. Погнали. Ну и, дорогие друзья, миллиардик, ну чуть меньше, я оставлю. Потому что, возможно, я сделаю раздачу. Я не знаю, по моей обстановке, как у меня получится или нет. Я ничего не обещаю, но я постараюсь ее сделать. Ну и давайте посмотрим, что мне выпало. И знаете, что я вам скажу? Я уже сделаю радужный эпик. Вот этот, у которого шансы 0,26% вот этого паучка. Давайте посмотрим на их статы. Явно мои агонии просто отлетят нафиг. Они будут не нужны. Итак, 2 миллиона у паука. А это только золотая версия. 1 миллион у собаки. 700к у утки. Трындец. 2 миллиона у дракона.
Это капец, друзья, полетели в радужную машину. Итак, делаем радужного паука. Вот, кстати, у меня впервые появились гемасики снизу. Я не знаю, до этого у меня никогда не было. Итак, конечно же, у нас удачно, потому что 6 пэтов и 4 миллиона. Ну, знаете, агонии все равно очень крутые. Это тогда мне нужно выбивать радужного вот такого пэта, и тогда мои агонии только отлетят. Но радужный паук, я считаю, это все равно очень и очень круто. Где он? Вот он. Жалко, что он как паучок так не идет, но он выглядит потрясно. Так, что мы еще можем сделать? Да мы можем еще всяких собачек таких сделать. Но зачем? Зачем это мне? Это очень слабые пэты. Тогда пошли их фьюзить. Будем пробовать новые рецепты уже со старт, дорогие друзья. И я был в шоке. Я думал, 5 миллиардов для одного это очень мало. А оказалось, даже неплохо так. Сколько у меня? 68 питомцев. У меня было 30 пэтов. 38 пэтов я получил. Получается, плюс еще 6 пэтов, которые я потратил в паука. 44 пэта я открыл на 5 миллиардов. Это очень так престижно. И знаете, что мы попробуем? Мы попробуем мой старый крафт. А это одна радужная утка в данном случае и новые рарки. Это гончие собаки. И посмотрим, что из этого получится. Так, делаем радужную нашу утку. Делаем. Так, конечно же, удачно. Осталось нам еще 2 пэта перекрафтить в радужных, чтобы квест пройти. Но это нам не нужно. Это нам не нужно. Так, теперь мы снимаем вот это вот все. Сняли мы всех пэтов и давайте фьюзить. Давайте. Мне интересно, что получится. Собаки на миллион с чем-то. 5 собак и наша утка. И получилось, откровенно говоря, полная дичь. Да, такого я никак не ожидал. Ну тогда давайте наши собаки в перемешку с новыми пэтами. Просто все мешаем. 12 пэтов. Ребята, мне выпало лего со статами 4 миллиона золотая лего. В этом видеоролике мне лего выпало. Гончая собака лего в ролике. Друзья, я в шоке. Мне выпала легендарка. Вы понимаете? Я решил просто вперемешку попробовать всякий мусор. И мне выпало лего обновы золотая, у которой статы 4 миллиона. А если радужную сделать, это капец. Я в шоке. Я хочу оставшихся своих пэтов также зафьюзить. Я такого ну вообще никак не ожидал. Так, ладно. Мы делаем покруче. Вот это все фьюзим. Еще одна лего, дорогие друзья. Видеоролики, 2 леги. Работает. Просто накидываем все, что есть. И леги. Леги, новые легендарки. Друзья, я просто в шоке. Ну, сейчас с этого мусора уже точно ничего не будет. Да у меня, в принципе, и ничего не осталось. Но мы попробуем скрафтить. Вдруг сейчас золотой дракон выпадет. Нет, выпала полная фигня. Ну, друзья, 2 леги. Видеоролики, где я обозревал обнову. Это супер. За это вы обязательно должны поставить лайк. Дорогие друзья, я пошел фармиться, чтобы делать для вас больше контента. Ну, а пока, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.